그런 놈을 내게 생돼. 어야. 다들 나무게 생돼이나. слышите ли меня? Мы начнем с открывающих молитв. И первое, что мы будем читать, это восхваление. Он тщательно искал. Он тщательно искал безошибочную суть учения несравненного учителя, обладал дисциплиной, ведущей к истинным путям, и практиковал учение во всей полноте. Ему молюсь. Видя, что те, кто пытается превратить подобие дармы, дарму искусственную, по своей сути ошибочную, в истинную дарму, остаются снаружи, как шелуха, он совершенством учил глубокому смыслу. Ему молюсь. Когда он осознал, что осуществление всех желаний, временных и абсолютных, растекает из источников содержителем духовного друга, необратимое стремление достигло совершенства. Его вера стала запредельной. Ему молюсь. Он осознал из глубины сердца, не на словах, что богатство и слава этой жизни лишены смысла. Он показал пример отречения и свободы от цепляния и помнил о тщетности бытия. Ему молюсь. Его ум всегда был неразделен с любовью и болью сострадания. Его отречение было совершенно чистым. Он всегда испытывал разочарование из-за страданий его причин и размышлял над непостоянством. Ему молюсь. Он не давал ни малейшего шанса омрачениям и неблагим мыслям и воздвиг плотины с противоядия на случай их возникновения, никогда не оставляя благих путей добродетели. Он был другом, приносящим благо. Ему молюсь. Он без предвзятости созерцал смысл Писаний. Не говорил чепухи, объяснял с мудростью, различающий относительный абсолютный смысл, высший абсолютный смысл. Ему молюсь. Он хотел с любовью обменять себя на тех, кого считал великими, и создавал связи с ними путем чистых благопожеланий, делая посвящение, чтобы взрастить их понимание и соединить с добродетелью. Ему молюсь. Благодаря заслуге, обретенной в силу перечисления его качеств, пусть провозглашение качеств того, кто ими наделен, приведет к смыслу обретения тела и ума, совершенных и чистых, и исполнению намерений кармапы. Прибежище. Будь я дарме и высшем собрании, я принимаю прибежище вплоть до достижения просветления. Пусть благодаря щедрости и другим я обрету просветление для блага существ. Будь дарме и высшем собрании, принимаю прибежище вплоть для обретения просветления. Пусть благодаря практике щедрости и других обрету просветление для блага скитальцев. Всю ту заслугу, которую накопил с помощью простирания, сорадования, просьбы повернуть колесо учения другим, я посвящаю обретению полного совершенного пробуждения.
мандала – земля, кроплена благоуханной водой и усыпана цветами. Украшена горой Меру четырьмя континентами, солнцем и луной. Я представляю ее как чистую землю Будды и подношу, чтобы все существа насладились этой чистой землей. Просьба повернуть колесо учения. В соответствии со склонностями и способностями существ. Я прошу повернуть колесо дхармы, великой, малой, обычный колесниц. But of course, together with them, we have the Kajushetas also are participating. Hence, we have this opportunity to all enjoy the true Dharma together. Now, this year and last year, because of the pandemic, it has been difficult to travel and to gather together. But because of technological tools, there has been such an advance in technological tools. Even though we are separated by a great distance, it's like we can speak to each other as if we are in each other's presence. And many people have the opportunity to hear and listen. And so in the past, people from an older time, or from ancient times, who could not even dream of such an opportunity, and yet we have this opportunity. But if we think that this is easy and simple, and then don't pay attention or do not consider it important, this opportunity that we have received, I'm not saying that I'm an important person who's an important person teaching the Dharma, but the Dharma that we're teaching,
the story of the liberation of a great being, such as the Eighth Karmapa Mikyo Dorje. And Mikyo Dorje is important for all of the students who study the Kagyu philosophy. Когда мы слушаем учение Дхармы, то мы при этом должны помнить о том, что тема тех учений, которые мы получаем сейчас, история освобождения, написанная Кармапой Микьё Дорже, то это очень важная тема для всех тех, кто изучает философию, в особенности философию, как она излагается согласно традиции Кагью. И я надеюсь, что благодаря изучению этой истории освобождения Кармапы Микьё Дорже у вас будет лучшее понимание того, каким учителем был Микьё Дорже, как он учил, как он мыслил, каково было его поведение. И когда мы понимаем это, то тогда мы сможем обрести веру в него. Другими словами, если мы просто захотим зародить веру в Микьё Дорже автоматически, это будет очень сложно. Конечно же, мы понимаем, что зародить веру важно и необходимо, но нам необходимо сначала понять, как же зарождается вера, как развитие. Это также похоже на обычные связи в нашей жизни. Перед тем, как мы можем зародить доверие какому-то человеку, мы должны узнать его. Мы не можем доверять кому-то, кого мы не знаем. Поэтому нам нужно знать, кем был Микьё Дорже. И только затем мы можем осознать, каким он был человеком и как необходимо верить в его деяния. И именно поэтому эти учения более важны, чем все те, которые мы получали в прошлом, и отличаются от них. И я уже рассказал вам о месте рождения Микьё Дорже. И сейчас я хочу вкратце повторить об этом. Может, перед тем, как показывать слайды, мне нужно рассказать об этом. Подождите минутку. Взгляните на изображение. Это танка, который хранится в музее Рубина в Америке, в США. Это старая танка, на которой изображен Кармапа Микьё Дорже. Посмотрите на правую сторону, на правый верхний правый угол этого изображения. Вы видите, что там изображен человек, справа человек. У него такая особенная красная шапочка. Он похож на слугу, на помощника. Когда мы обсуждали это, то это также, я сказал, что это особая красная шапка, она отличается от всех других, и точно так же это связано с тем, что Кармапы носят черные короны, а не красные. Но на самом деле все эти различные головные уборы,
Они традиции их ношения складывались со временем. И первые кармабы также носили желтые шапки. Я получил объяснение от Кинчена Рипчена Дорджи. Сказал мне, он объяснял историю и опирался в этом на комментарии четвертого кармапы, где объясняется, что кармапы также носили и желтые шапки, ритуальные головные уборы. И когда люди слышат о подобном, они могут подумать, что раньше кармапы также носили желтые головные уборы, и в этом не было никакой проблемы. И есть свидетельство о том, что он носил желтую корону. И сейчас вы видите изображение места рождения Микёдо-джи. Это место, где он родился. Его место рождения находится в Чангду, в Ганзин-дзонг. И от города Чэнгду необходимо уйти в горы, и эта дорога занимает 2 часа. Как я уже объяснял, отец Микёдо-джи был известен под 2 именами. Он был известен как Джампа Шине, либо Аджам. А Аджам, на самом деле, это, скорее всего, был такой титул главы семьи. И поэтому его отец имел, его называли именно так. И в связи с этим возникли сложности. Я об этом не рассказывал, об этом прежде. День, когда Микёдо-джи родился, Собака, которая была у семьи, она родила щенков, и он тогда, и Аджам принес этих щенков в дом. И с тех пор его начали называть Аджам, тот, кто заботится о семье. Микёдо-джи родился в 1507 году. Но мы не можем утверждать 100-процентной уверенностью, что это именно 1507 год по западному календарю, поскольку обычно случается так, что к тибетскому лунному календарю добавляются месяцы. Но, скорее всего, это был именно 1507 год. Его монашеская была Пал Чудру Джагпо, и все эти имена, они записаны в его историю. Месте рождения Микёдо-джи, если вы отправитесь туда, вы увидите водный источник. Если вы отправитесь туда,
И там также есть особая ступа, которая была возведена либо его семьей, либо его учениками. А на картинке справа вы видите дерево. Говорится, что в год рождения Мекхедержи они посадили дерево. И вы на нижней картинке видите ствол, ствол дерева. И говорится, что это дерево использовалось для кремации его матери, когда она умерла. Они срубили большое дерево и положили тело вовнутрь его, чтобы тело не разлагалось. Вы видите с левой стороны камень Самани мантры. Там была построена ступа в память о его матери, но сейчас ступа уже не сохранилась, есть только камни с высеченными мантрами. Справа на верхней картинке вы видите камень с отпечатком ступни Мекхедержи. А на нижней картинке вы видите также много камней, и там есть камни с отпечатками его ступ, когда Мекхедержи был маленьким. И до сегодняшнего дня в месте, где он родился, почитают Кармакагью и следуют именно этой традиции. И сейчас, когда я уже рассказал вам об истории жизни Мекхедержи, я хочу перейти к объяснению второй строфы. Восхваление он тщательно искал. Согласно комментарию пятого Шамарпы Кончо Каньлака, значение этой строфы, тема, которая излагается в этой строфе, это то, как он вступил в учение сам, а также как привел других к учению. Как говорится во второй строфе коренного текста, видя, что те, кто пытается превратить подобие дармы, дарму искусственную и по своей сути ошибочную, в истинную дарму, остаются снаружи, как шелуха. Он совершенством учил глубокому смыслу. Ему молюсь. Когда мы практикуем дарму, нам следует распознать, где пролегает та черта между истинной дармой и тем, что не является дармой. Для того, чтобы распознать это, нам необходимо убедиться в том, что мы понимаем писание дармы как сутры, так и тантры. Нам необходимо не просто понять это на интеллектуальном уровне, но необходимо применять это на практике. Если мы будем способны применить это на практике, тогда только тогда нас можно считать истинными практикующими дармы. А то сможем ли мы применить дарму на практике или нет, зависит не от того, будет ли у нас интеллектуальное понимание, а прежде всего это зависит от сильного устремления и решимости. То есть нам необходимо обладать уверенностью и очень сильным стремлением. К примеру, если мы хотим вступить на путь шраваков или практика буддов, хотим, чтобы этот путь зародился в нашем естестве, то нам совершенно необходимо обладать стремлением достичь нирваны, то есть освобождением от тюрьмы самсары. Но если для нас в жизни важнее всего слава, богатство, почитание,
то это, если это то, чего мы хотим достичь, то это свидетельствует о том, что мы даже не подходим к вступлению в ряды шраваков и пратика Будд. Для пути Махаяны, для того, чтобы путь Махаяны пророс в нашем естестве, нам необходимо думать о принесении блага другим и совсем не заботиться о собственном интересе. Или, по крайней мере, нам следует считать других важнее, чем самого себя. Но обычно как происходит так, что если что-то неприятное случается с теми, кто нам не нравится, то на протяжении нескольких часов мы чувствуем глубокую радость. И если это так, то это свидетельствует о том, что мы не подходим даже тем необходимым критериям для вступления на путь Махаяны. А когда мы практикуем тантру, то нам необходимо представлять внешний мир как чистую землю, а всех существ, которые его населяют, как божеств и так далее. То есть таким образом упражняться в чистом восприятии. Но если все, что мы встречаем, является для нас как враждебное, то тогда нам очень трудно будет стать практикующим тантру. То есть если нам не нравится все, что с нами случается, то есть если мы чувствуем отвращение либо неудовольствие тем, что с нами происходит, то это свидетельствует о том, что мы не подходим под критерии тех, кто может практиковать тантру. Будда учил, что нам следует отказаться от неблагих поступков. Однако, тем не менее, хотя мы знаем это, мы, тем не менее, совершаем их. И мы, тем не менее, пытаемся выглядеть как практикующие дхармы. Но Микидорджи говорит, что это совершенно бессмысленно. Это похоже на шелуху, которая закрывает зерно снаружи. Это то, что необходимо очистить. Нет никакой причины для того, чтобы сохранять эту шелуху. И для того, чтобы мы могли освободиться от этой внешней шелухи, Микидорджи учил безошибочной сути учений. То есть поэтому в последней строфе говорится: «Тому, кто совершенством учил глубокому смыслу, ему молюсь». И когда мы читаем эту молитву, нам не следует думать, что это всего лишь восхваление Микидорджи, описание его величия. Вместо этого нам нужно думать об этом так, как об этом писал Владыка Цонкопа в краткой сути «Стадии пути». Там были строки: «Я, йогин, практикую таким образом. Если вы стремитесь к освобождению, то вам следует поступать так же». Но позже эти строки были изменены. И сейчас в собрании трудов говорится, что джицунгуру практиковали таким образом. И если вы хотите практиковать, то и вы хотите достичь освобождения, то поступайте таким же образом. То есть то, о чем сказал джицунгупа, что я сам практиковал таким образом. То есть если мы хотим достичь, обрести такой же результат, как и гуру, нам следует практиковать так же, как делали они. Поэтому, когда мы читаем эту молитву, то не нужно думать: «О, я молюсь тебе, я прошу, защити меня». И таким образом возложить на гуру все свои надежды, все свои страхи. Вместо этого нам нужно понимать смысл того, что мы говорим. А смысл этой строки похож на строку, похож на вторую строку из «Благих деяний», которую
я объяснил вчера. И поэтому сейчас мне нет необходимости повторять это. Я хочу перейти к третьей строке благих деяний. Итак, третье благое деяние. Согласно комментарию Сангья Палджупы и структурному содержанию, то третий стих включен в основную часть биографии «Видение, как войти в дарму». Третий раздел — благоприятные условия следования за великими духовными друзьями. Итак, эта третья строфа гласит: «Когда я увидел, что мастера Махаяны свободны от обмана, я влюбился во все их совершенные качества и поступал в соответствии с их священными историями жизни. Поэтому великие существа с радостью даровали мне благословение, и это также я считаю одним из моих благих деяний». Есть текст под названием «Прошлые благие деяния Микюдорджи», который составил он сам. И в этом тексте объясняется, как он встретился с благими друзьями и как очищал свое естество. В этом тексте говорится: «Я встретил с великим существом Нева Гошри Тулку Тошинамгьяла, проявление Миларепы, учеником Шивы О и Бодхисаттвы Полджародандрубу. Он даровал мне учение Махаяны, обеты Соджонг и посвящение, благословение и сущностные наставления, включая посвящение Гелва Гемсо Ваджраварахи, Махакалы Берначены. И я считаю его собранием заслуг и исполнен к нему непреложное уважение». Здесь это те строки, в которых Микюдорджи описывает своего первого гуру, которым был второй Гелсап Тошинамгьял. Второй Гелсап Тулку Тошинамгьял родился в местности Нему в центральном Тибете, в год огненной овцы. По нашему календарю это 1487 год. Седьмой Кармапа Чудра Гьямсо распознал его как перерождение Гошри Палджародандрупа. И в год водяной свиньи в 1553 году Гуру Ринпоче, 1503 году, как предсказал Гуру Ринпоче, Чудра Гьямсо, седьмой Кармапа, даровал ему красную корону с золотым украшением, которая была благословлена как суть Ваджра Митабы с помощью практики Лама Гундю. То есть похоже, что второй Гелсап обладал великими достижениями в дарме. И во времена седьмого Кармапы он получил посвящение устной передачи от Гошри Тулку Друнг Ситупы и его брата Друнгбу Гошри. И тогда поддерживалась традиция получения сущностных наставлений, а также посвящения, монашеского посвящения из традиции Джиогесы. И в этом активности Микюдорджи была подобна Гошри Палджародандрупу, его гуру. Потому что говорится, что Гошри Палджародандруп получил все посвящения и устные передачи, которые в то время были доступны в Тибете.
После того, как седьмой Кармапа Чудрак Гьямсо умер, Гошрея Пхаджар стал регентом. И тогда, когда его, именно тогда его стали называть Гьялсаб Тулгу. Гьялсаб означает регент. То есть сначала его имя было Гошри. Гошри, но было несколько Гошри. Великий Гошри. Это китайское имя, титул, китайский титул. И поэтому в Тибете многие думают, что это просто чье-то имя. На самом деле это не имя. Это титул, который дается учителю, главному учителю страны. Когда Гошри Пхаджардунру получил имя Гьялсаб, титул Гьялсаба, то есть наместника регента, то он посетил, после этого он посетил очень много разных районов в Амбухаме. И во многих местах он построил ступы для реликвии седьмого Кармапы. И затем он распознал восьмого Кармапу. И он умер в 1515 году, когда восьмому Кармапе Микюдорджи было всего 29 лет. Такова краткая история жизни Гьялсаба Ринпоче. У меня нет времени объяснять подробно жизнь Гьялсаба Ринпоче. Ну, это краткое объяснение. Следующий вопрос, который нам необходимо рассмотреть, это когда же Мекью Дорджи встретился впервые с Гьялсабом Ринпоче? Говорится, что это произошло в первый лунный месяц года птицы, то есть это 1513 год по западному календарю. И тогда случились все эти события, о которых я уже рассказывал, когда именно восточный Тулгу, то есть Мекью Дорджи, был возведен на трон. И это произошло на 11 день второго лунного месяца. И в то время Лама Изамдо, то есть отец другого Тулгу, западного Тулгу, очень разозлился, несмотря на то, что было очень много предсказаний касательно проявления Мекью Дорджи. Но когда мы посмотрим, если мы посмотрим на все эти предсказания, то среди них даже были такие предсказания, в которых говорилось, что появится всего семь кармап. И есть также предсказание Гуру Ринпоче, в котором говорится, что будет 13 кармап. Первым из этих 13 эманаций будет Мекью Дорджи. И в этом предсказании также указано имя Мекью Дорджи. Имя так было предсказано, его появление, и, возможно, в будущем я расскажу об этих предсказаниях более подробно, если у меня будет время. Итак, когда восточный Тулгу, то есть Мекью Дорджи, был возведен на трон, я об этом не говорил вчера, поэтому сейчас я немного расскажу об этом.
Лама, Замдун очень рассердился. И зародил ложные воззрения в отношении последователей и лам в великом лагере Кармаб. И сказал, я не останусь в великом лагере, я возвращаюсь в Драксум, в Кумпу. Когда Гелсаб Ринпоче услышал это, то он сказал, лучше, если ты останешься здесь. Твой сын не является кармапой, но тем не менее я могу сделать все, что в моих силах для того, чтобы он стал таким же почитаемым, как я сам. То есть Гелсаб Ринпоче пытался утешить его, но он не послушал и отправился назад в Драксум. Я не знаю подробностей, но в общем говорится, что во время этого возвращения они попали в плен, то есть кто-то их взял в плен. А все монахи, которые их сопровождали, goods and respect in this lifetime. We make that the main thing that we try to achieve and what we practice to gain. And so it's difficult for us to even get away into the ranks of the listeners and Pratyeka Buddhas. Yeah. For the path of the Mahayana, в плену, без еды, без ресурсов. То есть у них было очень тяжелое положение. Как это описывается? Затем на третий день четвертого лунного месяца года птицы, то есть в 1513 году, Мюкюдорже получил обеты Махаяны Гелсаба Ринпоче, и ему было даровано имя Чокьябджакпа Палсангбо. А затем также и он получил затем в третий день восьмого того же года в месяце под названием Улунг. Там есть монастырь в этом месте. И в этом месте, в Улунге, Гелсаб Ринпоче даровал ему